12 мая текущего года министр внутренних дел Республики Абхазия Дмитрий Дбар в сопровождении руководителей центрального аппарата ведомства посетил РОВД Галского района. Личному составу районного отдела внутренних дел был представлен новый руководитель. Приказом министра, исполняющим обязанности начальника Галского РОВД, был назначен полковник милиции Когоня Лоуренцо Рауфович. Его служба в органах внутренних дел исчисляется с 1982 года. Опытный руководитель, который в разные годы возглавлял РОВД по Галскому району, а также отделы внутренних дел Ачамчирского и Сухумского районов. Обращаясь к сотрудникам райотдела, министр отметил, что криминогенная обстановка в районе намного лучше, чем в предыдущие годы. Но при довольно сложной экономической ситуации заниматься поборами у населения милиция не допустит. Президент поставил четкие задачи перед Министерством внутренних дел, в том числе и Гальским УВД. Мы должны прекратить здесь в первую очередь, чтобы люди не занимались здесь поборами, вымогательством. Это касается чиновников всех рангов. На это милиция должна реагировать мгновенно, без разницы, какую должность он занимает и чем он занимается здесь. Дмитрий Дбар обозначил основные направления в работе райоргана и заверил в поддержке коллектива со стороны Министерства внутренних дел. В район систематически будут направляться сотрудники из числа руководства центрального аппарата ведомства для контроля ситуации и выявления коррупционных составляющих, сказал министр. Мы должны усилить работу Гальского УВД. Мы надеемся на вас, на ваш профессионализм и на вашу порядочность. Кадровые решения будут еще дальше приниматься. Новый начальник предоставит нам свое видение работы в Гальском РУВД. Желаю новому начальнику удачи, новому руководству. Мы будем помогать и материально-технически тоже Гальскому УВД. Все можете приступить к своим служебным обязанностям. Спасибо. Жила Убилава, Ника Гачава, Илона Микава, Кал ТВ.